Я никуда не денусь. Салим, сюда. Что ты думаешь? Это место должно быть скрыто здесь уже тысячи лет. Бог не создавал этих тварей. Нет. Возможно, все с самого начала наоборот. И что это значит? Может, мы к ним вторглись? Как думает? Салим, посмотри. Это как музыка. В наших краях я такой музыки не слышал. Может, не музыка? Может, тогда язык? Ты видел этих уродов? С ними сложно начать беседу. Нельзя терять друг друга из виду. Здесь кругом этот мох. Мне кажется, или он живой? Салим, посмотри. Это одно из существ, но старше. Древнее. Ты же не думаешь, что оно живое? Потрогай. Сам трогай. Сыкло. Видел. Существо окаменело. Ему должно быть миллионы лет. Жара. Посмотри. Зацени броню. Этот парень прямо из Библии. Ты это видел? Он вроде бы живой. Невозможно. В этом месте все возможно. Он все это время был живой, без половины башки. Жидкость. Она сохранила его плоть и мозг. Что делать? Нельзя его так бросать. Хер с ним. У него было время привыкнуть.
Я серьезно. Нет. Шум привлечет вампиров. Я сам. Это отлетый вмоток. Салим. Кажется, кто-то не ходил к стоматологу. Клыков нет. Видишь? На их месте в костях трещины, будто что-то пробило их изнутри. К чему ты ведешь? Может, они не сразу стали вампирами? Их могли заразить. Мы нашли их гнездо. Thank you.
Лови подарочек! Я прикрою! Бегом! Черт, Ники! Ты прям сраная кавалерия! Думал, ты мертв. Пока еще нет. Полковник, вы живы? Ползти по этому тоннелю было крайне неприятно. Рад видеть, мэм. Держись. Рад тебя видеть. Это место... Что это за место? Нам нужен план. Угандошим твари и свалим нахер. Прекрасно. Сержант Кей, что у нас есть? Так, сейчас я посмотрю. 8 обоим 5,56, 3 разрывных 40 миллиметров, пара пушек 9 миллиметров с 4 обоймами, уже кое-что. Хм. Плюс 2 фосфорных. И 1 блок взрывчатки С4. Что насчет ультрафиолета? Сломан, но я починю. Одну минуту. Этого явно мало. Еще есть вот это. Он старый. Это опасно. А у нас есть выбор? Запалом пизда. Но можно его сдетонировать С4. Надеюсь, бахнуть он еще может. Вампиры лезут из этих коконов. Вы видели, сколько их там было? Возможно, тысячи. Подорвем их. Сожжем как можно больше этих ублюдков и отправимся наверх. Что скажешь, Ник? Ура! Я не позволю дать ему пушку. Слишком поздно для этого, мэм. Мы сражаемся вместе. Если аптечка при тебе, самое время подлечиться. Как же больно. Надо остановить кровь. Похоже, наши археологи здесь тоже были. Надо обыскать это место перед уходом. Ага. Есть. Ты уверен, что она сработает? Сработает. Все это между нами и... Забудь, Ник. Да я просто... Нет. Думай не о херне, а о поставленной задаче. По-другому не выжить.
Что-то интересное? Он принадлежал Мэри Ходжсон. Из всего, о чем она писала, одна тема гораздо важнее остальных. Какая? Она хотела домой. И не она одна. Все так. Сюда. Я что-то нашел. Камни этого храма пропитаны кровью. Мы ступили на неизведанные земли и пробудили нечто древнее и злое. Скверну, что принимает неописуемые очертания и формы. Веками мы жили в этом мире как дети, не зная об ужасах, дремлющих у нас под ногами. И теперь слепо распахнули врата, ведущие к безумию. Я страшусь угодить к ним в лапы, но мною движет долг. Это место должно быть запечатано ради всего человечества. Мэри, прости меня. Никто из них не выбрался. Это что-то значит? Это не узоры, музыкальная шкала. Язык аккордов, звуки. Мэри пианистка. Расшифровала его. Она думала, это обозначает звезды. Видишь? Это кит. Созвездие. Мы далеко от ночного неба. Загадка. Если верить дневнику, в устройстве была только одна шкала звука. Но Мэри изучала его одна. Может, есть и другая? Мне нужна помощь. Какая? Консоль слишком большая, в одиночку мне с ней не справиться. Ничего себе! Мэри верила, что эти существа раньше были мирными, и их языком была музыка. То есть у них были эмоции. Затем произошла трагедия. Вся их империя рухнула. Их музыка затихла, и они стали враждовать. Что случилось? Болезнь или безумие? Что могло превратить зодчих в убийц? Что могло так изменить их? Теперь ими движет ненависть. Они животные, они мертвецы. Они перебили всех. И заснули. В ожидании. В ожидании нас. Woo!
Рэйчел! Рэйчел? Рэйчел! Боже, Рэйчел! Рэйчел! Рэйчел, посмотри сюда. Это оно. Внутри нее. Простите. Они из космоса. Это не дом. А ковчег. Сделай что-нибудь, она станет одной из них! Прошу тебя, Рэйчел, держись! Оно убивает меня! Сейчас я ей помогу. Держите ее. Ее можно спасти. Должен быть выход, нельзя ее терять! Иначе никак. Держи ее. Ты убьешь ее, как и Кларису? Джейсон, не надо. Я должен убить тебя. Рэйчел, нет! Ты меня убить хотел? О чем ты думал? Я единственный здесь думал! Стойте, есть предложение. Бля, говори уже! Может быть, другой выход, жидкость в коконах. Черт, я догадываюсь, к чему ты. О чем это? Жидкость защищает плоть, но не дает стареть. Откуда ты это знаешь? Я видел. Человек был покрыт ей, и он не умер, а выжил благодаря жидкости. Если положим туда Рэйчел, это может помочь. Ты серьезно? Это бред, мы не знаем наверняка. Это может остановить процесс. Кокон защитит ее до нашего возвращения. Это наш шанс. Согласна. Только остановите это! Нет времени! Может, выжечь из нее заразу? Так давай скорее! Какого хера? Внутри.
Я раздавлю эту хуйню! Ты тоже это видишь? Эти холмы состоят из коконов. Их там тысячи. Если поставим заряд там, все сгорит. Надо двигать. Живо. Так, короче. Нам сегодня досталось. Мы потеряли братьев. Но сейчас пробил час расплаты. Разместим заряды на кучах как можно больше и взорвем их на расстоянии. Как только рванет, сразу валим к выходу. Если повезет, мы не только поджарим пару вампиров, но и отвлечем их. Если умрем здесь, то хотя бы заберем кое-кого из них. Так. Кто пойдет и заложит динамит? Да хуй с ним. Я пойду. Ёбнулся? Вместе пойдем. Не, чем больше народу, тем выше риск облажаться. Вот, возьми детонатор. Если я не вернусь... Ник! Да слушай. Если что, ты должен взорвать заряды. Только сильно с этим не торопись. Все время. Будь на связи, понял? А если сигнала не будет? Запущу ракету. Как увидишь, нажимай на кнопку. Быстро и аккуратно. Давай, друг.
Вот, держи. Супер. Спасибо. Могу разобрать. Там. Перед ним один. Слева от него. Ник, перед тобой лопаются коконы. Шевелись давай. Первая шашка на месте. Прием. Куда? Вправо, влево? Вправо. Вперед! Становится жарко. Может, бросишь остаток зарядов и вернешься? Ты только глянь. Вот эта куча. Она далеко. Хочу рискнуть. Это слишком просто. О, нет. О, нет. Что там? Их слишком много. Ему конец. Господи Иисусе. Стой! Как это ему поможет? Выхода уже нет. Эй, что видно сверху? Скажи. Они тебя окружили. Их там сотни. Фу. Ну ты хотя бы не стал мне врать. Прости, Ники. За это? И то на контрольном пункте. На войне, Джейсон.